Костанайский областной русский театр драмы – один из старейших театров Казахстана. Открылся он в 1922 году в здании бывшего кинотеатра «Фурор», как первый стационарный театр Костаная. Первый спектакль шел на украинском языке в репертуаре первых лет пьесы Мережковского, Гоголя, Островского, Шиллера, Шекспира. Спектакли театра вселяли веру в победу в годы Великой Отечественной войны, вдохновляли во время освоения целины, исследовали проблемы общества 70-90-х годов. На сегодняшний день в репертуаре театра 20 драматических и 13 кукольных спектаклей. За сезон здесь выпускают 8 премьер, в том числе драмы, комедии, детские сказки, трагедии, детективы и многое другое. За один год театр способен принять примерно 45 тысяч зрителей разных поколений, возрастов и интересов, что придает ему некую уникальность среди своих соратников. Русский драматический театр Кустаная располагается в двухэтажном здании, построенном в конце второй половины 19 столетия в классическом стиле с величественными колоннами и портиками. Кустанайский областной казахский театр драмы имени Ильяса Омарова был открыт в 2000 году, а в 2012 переехал в новое здание возле площади Целинников. В театре есть два зала, малый, рассчитанный на 50 человек, и большой зал вместимостью на 276 мест. Новое здание театра оснащено профессиональным звуковым световым оборудованием и располагает всеми необходимыми помещениями, несколькими гримерными комнатами, репетиционным залом и другими техническими помещениями. Имеется даже зимний сад и тренажерный зал. Новый драмтеатр по своему оборудованию и великолепию практически не имеет аналогов в стране. Ежегодная театральная труппа Кустанайского областного казахского драматического театра проводит гастроли по городам республики Кустанайской области. В казахском драмтеатре имеется театральная студия, которая занимается обучением молодых кадров, желающих овладеть актерским мастерством и поступить в студию. В настоящее время в репертуаре драмтеатра насчитывается 47 постановок, в том числе 10 детских спектаклей. Кустанайский областной театр кукол начал свое существование в последний день 1986 года. В качестве новогоднего представления был выбран спектакль Михаила Садовского «Машенька и медведь». С этого момента началась история Кустанайского театра кукол. Изначально здание театра располагалось по улице Толстого. Зрителей встречал зал общей вместимостью на 150 мест. Здесь всегда работали талантливые актеры и режиссеры. В 1999 году Кустанайский областной театр кукол объединился с Кустанайским областным русским театром драмы имени Горького. Этот творческий союз получил статус Кустанайского областного театра драмы и кукол. Это был единственный в Казахстане и уникальный союз двух трупп. Однако свой 27-й театральный сезон труппа открыла в собственном здании, которое располагается по адресу Перронная, 20. Каждый год труппа актеров ставит не менее 3 новых спектаклей. Актеры работают с различными видами кукол, в том числе тростевыми, планшетными, перчаточными и ростовыми, что делает спектакли разноплановыми, по-новому необычными и неизменно интересными для маленького и большого зрителя. Самый старый, или лучше сказать, самый работящий кукол в театре – бабушка и дедушка. Именно они играли в первом спектакле театра кукол. Впервые на сцену они вышли 30 лет назад. Тогда они сыграли в сказке «Машенька и медведь». Сегодня, несмотря на свой возраст, куклы до сих пор появляются перед зрителями. Они работают в спектакле «Золотой цыпленок». В настоящий момент театр гастролирует с десятками спектаклей, специфика которых неизменна на протяжении многих лет. Представления отражают лучшее, что можно взять из русской, казахской и зарубежной культуры. А такие спектакли для детей, как, например, «Еще раз о красной шапочке» Ефремова, продолжают радовать не только мальчишек и девчонок, но и их родителей.